с вами не лапси. Так, давайте посмотрим. Так, в прошлом мы закончили первую главу, сейчас продолжаем вторую. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Чун-чун-чун. Так, мы должны были пойти куда-то вон, в финале боулинг-клуба. Ага, окей. Записка. Шерлок Холмс, это доктор Рубин Фишер. Вы помните меня? Что ж, вы скверный чего? Образчик детектива. Вы не смогли понять, почему это все произошло. Мы выбрали меньшее зло ради большего светлого будущего. Нам нужны были жертвы, чтобы помочь большинству. Однажды вы вспомните мои слова. Искренне ваш доктор Рубин Фишер. А, это из первой главы, походу, да? Это доктор. Клуб. Смена локации заблокирована. Интересно. Переодеться для игры. Так, понял. Окей. Давайте пойдем переоденемся. Так, гардероб. Верхняя одежда. Моряк, халат. С похмелья, но это уже слишком, доктор. Бандит, священник. Спортивный, но по идее должен подойти. Так, пойдем. Holmes, are you really sure you Серьезно, want to wear хотите that? это надеть? This? А чё нет? Everyone dresses like this at the club. Угу. That should be a sight worth seeing. I only hope our charming neighbor won't spot you like that. Да почему нет? Чё думаешь, потекёт, да? Потечёт. Потекёт, потечёт. Важно. Погнали. Тем более у меня есть дочь, так что похрен на соседку. Так. Клуб. Поехали. Главное, чтобы соседка не увидела. Да ладно, что ты, ну. Скажи спасибо, что не вышел в том, что мать родила. Мистер Холмс, you played very well yesterday. I'm obliged Да я to you, всегда отлично sir. I играю. play many outdoor sports. That's the key to my success. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really. Mr. Holmes, would you like to see the first prize? A rare stone Mayan Quiche calendar. Mayan Quiche? Indeed. Опа, календарь. The legendary king А почему бы и Tecumán has a нет? statue just behind you. Although this one is a cast metal copy. That? Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside. Please explore. Погнали, посмотрим, что. Good luck, Holmes. Удачи, Холмс. Да вообще изи. The statue of Tekun Umar. И все? Вы же ничего не расскажете? Statue is made of metal. Из металла. Так, ладно. I'd like to win the Mayan calendar. It's a beautiful work of art. Календарь был и будет моим, поняли? Нахрен идите. Я-то чемпион. Так. This will keep Watson happy. Чё у нас, обжора, да? Mr. Holmes, I'm glad you are. Opponent for the final. People call me Arthur the Invincible. So I wish you good luck. О. ЧСВ в катке, понятно. Ah, Mr. Holmes, are you ready to begin the final game? Но да, чё нет. Yes. Let's start the final. А можно меня научить играть, пожалуйста? Что-то нужно делать. Так, обыграть соперника, бросив шар как можно ближе к белому шару. Ага. Ну ладно. А где этот белый шар-то хоть? Что-то я прикол не понял. Чё?
чего? А, вот оно что. То есть сначала мы кидаем белый шарик, а потом уже... Ага, окей. Так. Прицелиться, бросить, приблизить. Блин, а я так попаду, по-моему. Блин, вот так как надо, да? Давай, 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 ну. Блин, ладно. Не, далековато. Слишком сильно и угол большой взял. Ага. Ну давай посмотрим, что ты сделаешь. Он не добросил, да? Тоже угол неправильный взял. Так, допустим. Знаешь, где-то так. И не так сильно, да? Допустим, что вот так. Ну-ка. Давай, 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 ну. Вот, уже хорошо. Уже ближе к истине. Так. Ну, этот в ту же точку, да, бросил? Да. Этот даже задел второй свой. Но он тоже ближе. Типа близко бросил. По идее, у меня ближе получилось. Ну-ка. О, идеально. Стой. Стой. Ой, прям хорошо. Взял еще, оттолкнул его. Отлично, отлично. Так, а ну-ка, кыш. Или подвинь меня, ну. Вот ты гадкий, а. Но у меня все равно ближе. Шерлок Холмс 0. Ага, у него тоже 0. Блин, подожди, нет, давай. Вот так. Ага, вот так. Давай, 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 давай. А, не докатится. Не, слабо бросил. И криво. Блин, обидно. Ладно. Ну, извините. Чё, сразу. Халявщик. Так. У меня 2, у него 0. Ну и хорошо. Следующий раунд. Так, давайте теперь шарик куда-нибудь вон туда. Блин, слабо. Близко будет стоять, да? Угу. Ну ладно, допустим. Давай с этой стороны. Вот так. Нет, сильно, блин. Сильно, очень сильно. Ну да, да. Предсказуемо. Вот него поближе. Блин, ладно. Даже ему говорят, блин. Вот вы сожрались, конечно. Да, вот так. Давай, давай, давай. Стой, стой, стой. Ай, блин, далеко. По-моему, даже дальше, да, чем у него получилось. Блин. Не, ну это прям вообще косо и далеко, по-моему. Ближе к моим получится, ну да. Так. Так. Вот так. Чуть слабее. Стой. Хорош, 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 стой. Ой, еще и чиркнул. Блин, все равно далеко. Да что ж тебя, блин. Я сейчас наоборот только ему помог, блин, сделал его поближе шариком. Ой, это прям вообще слабо.
Так. Давай попробуем не выходить на желтую. Вот так тут. Не-не-не, тоже слабо. Слабо и криво, да. Обидно. По идее, у меня сейчас шар один ближе. Что получится? 3-0? Отлично. Неплохо. Что там ты говоришь? Непобедимый, да, ты? Да, он туда, он и... подальше, вот так. Желтая на чуть-чуть красную. Угу. Надо запомнить. Силу броска. Так. Давай с этой стороны попробуем. Желтый, немного красная. Блин, переборщил. Угу. Да, да, сильно. Очень-очень сильно получается, значит, до желтой, точнее, на желтый бросать надо, не доходя до красной. Хера, там угол взял. Ты там ничего не перепутал? Непобедимый. Так, на желтый, не доходя до красной. Нет, слабо. И криво. Угу. А, ну хоть его оттолкнул там шар, окей. Блин, а вот он сейчас хорошо кинул. Близко, очень близко. Да, да, хорош. Так, нет, побольше надо вот так взять. Так. Блин, сильно опять. Черт. Ага. Оттолкни его, оттолкни его. Блин, я его только подтолкнул, черт. Обидно. Но походу этот раунд я отдал. Не, это далеко будет. Угу. Блин, как бы... правильный угол-то взять вот так? Нет, мне кажется, сильно. Давай вот так. Сильно? Давай, 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 давай. Не, у него все равно ближе. Получился он. Близко, но у него ближе. О, подтолкни, подтолкни мой. Ай, гад, а. Засчитают? Не, не засчитают. 3-1. Но я все равно выиграл. Game, да, да, спасибо. Я знаю. Конечно, придет. В смысле? Придешь, блин. Ах ты гад. Пора домой. Ну дай хоть приз посмотрю, ну. Че, кто хочет еще посоревноваться, а? Кто там у нас? Король, босс в этой игре. Где мой приз? Угу. Какой потрясающий сезон. Прям пробился. Ну нормально. Нормально, что? Что тебе не нравится? Отлично. Так, ладно. Ватсон, пошли домой. Погнали.
Не, ну, по-моему, неплохо сыграли. Типа, последний раунд я только там схалявил очень сильно. Не смог подобрать угол. Вот. Но попытался. Это главное. Чё? Что такое? Здравствуйте, мистер Буви. Чё? Это твой костюм? А, да ладно, нормально. Кейтлин, come on, show some respect for your father. Нормальный костюм, чё тебе не нравится? Опа! Так, а вот это уже интересно. Сразу видно, накачанные губы, да-да, вот этот вот кривой нос. Так, кулон. Аккуратный символ, так, эксцентричное украшение. Но, допустим... А, погоди, оккультный символ. Оккультный, эксцентричное украшение. Угу. Блин, я что-то сомневаюсь, типа, в этом. Хотя похоже. Не, давайте эксцентричное. Так. Не, ну, понятно, как бы. Типа, мужик, там, все такое. Так, подожди, тут что-то было, нет? Нет. Так, знак любви, печать. Чё, 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 чё? Заключённого. Угу. Шрамы. Вен резала. Нечаянно поранилась. Но чё-то не похоже тут на случайное ранение. Раз, два, три, четыре. Нет, попытка суицида. Так, ещё одно что-то. Так, эксцентричное украшение. Подожди, что это такое было? Нет кольца, не замужем. Ага. Неточный портрет, значит, оккультный символ. Ага, неточный портрет персонажа. Значит, с Томми все-таки нормально все, видите, типа, не ошибся. Угу. А можно изменить? You know, father, знаешь, папа, так. И как? Отлично. Нифига себе. Угу. So that she can practice playing the да, конечно, почему нет? Отменить занятие Кейтлин? Зачем? Строго отказать, отказать. Зачем? Зачем отказывать? Типа, почему нет? Пусть девочка занимается, чем хочет. Ну, имеется в виду, типа, в рамках дозволенного. Отменить занятие. Так, строго отказать. Да нет, давай вот это вот. Why did you say that? Caitlin, we are neighbors. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book. Thank you, Miss Alice. Блин, а? Нет, ну типа, ну почему, серьезно, нет? Пусть занимается, что-то такое. Так. Ой, уже оброс прям. Ладно, поехали. За призом. Что у нас тут? Календарь мая. Проверить. История. Перемая была основана. Так. Here it is. Угу. Так. Календарь мая, посетить церемонию. Ну, это понятно, ладно. Так, больше нечего проверять. Так, все еще это записка. Так, отсюда прям можно телепортнуться? Ну-ка. А, ну, нормально. Че, лишний раз бегать, да, на улице? Почему бы нет? Детективный анализ улик, так.
Ну, пока у нас улик особых нету. Хотя можно посмотреть, в принципе. Да, нет улик. Улик. Улих. Улих. Улиха. Понятно все. Эта статуя сделала статую. В смысле? Let the police do their duty. Like a mere inspector like you do about it. You don't know anything. A mere inspector? Sure. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. В смысле? Settlement's been cancelled. We've got a murder scene. Убийство? Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. В смысле, охренел, что ли? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder. There's a surprise. Ой-ой-ой, испугал. Let's just pretend that I'm a simple consultant. Да. All right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. I promise. Могу тебе даже доложить, что я там нашел. Ну, найду. Все ясно. Убийца намеревался похитить календарь Майя. Ага. Захарий, это с которым я играл, нет? Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Да может он сейчас здесь. В смысле растворился, блин. Может он еще здесь. Ну не может, типа, он, человек растворится в воздухе. Так, арматура. Ага, стальное крепление сломано. Без проблем. Поверхность повреждена. Так. Следы металла на камне. Допустим. Но это мы уже читали, да, это уже показывали. Так. Подожди, тут. Исчезнувшая статуя. А что насчет статуи? Никаких идей, должно быть, похититель унес ее с собой. Что такое? Он сказал, что утром, сидя в одиночестве на своем месте, услышал крик. Он вышел из дома и увидел Грейсток на земле и... Чё, и... Верите или нет, он сказал, что на газоне никого не было, кроме убегающей статуи. Чего? Имеете в виду, что статуя могла убить жертву? Интересно. Скорее абсурдно. Между прочим, было темно и туманно. Что ж, тогда версия... Так, я прошу прощения, а мы в детектив играем или в наркоманию? Типа, чё, статы убила жертву? Чего? Да, разобраться, что тут происходит. Так, на поиски деталей. Ага. Здравствуй. Так, следы металла на камне. Сошла, ага. У нас выглядит так, будто статуя сошла с постамента. Угу. Нет, ну, типа... крепление для статуи. Типа, ее могли уронить. Хотя тут железные пруты, они крепятся к ней. Типа, чё? Так, жертва. Копьём. Угу. Копье прилетело от статуи с предистала. Ага. Сухие листья, они создали шум. Возможно, Захарий прошел. Че, прошел по ним. Так. А что это у нас тут такое? Угу. Угу. Что это за символы? Ну-ка. Как у меня там фамилия была? Можно повернуть, пожалуйста? Понятно. Деньги остались в кошельке. Ага. То есть это было не ограбление. Не, ну типа глупо, если было бы это ограбление. Папка Захария с документами. А что это там написано такое? Рука? Чё?
знаки. На этих рисунках символы майя. Так. Медальон. Солнышко, так. И царапины и вмятина. Угу. Открыть время. Так. Угу. Повидали. Так. Бросок был сильным и метким. Но типа металлическое копье? Серьезно? Блин, неужели реально статуя типа ожила? Ну, блин, это бред. Так, тут больше нет ничего, да? Так, подожди, улики. Возле тела на траве была груда листьев. Похоже, что убийца умышленно принес их сюда. В смысле умышленно? Подожди. А, ну в принципе, да, типа, больше нигде нету. Намести их сюда не могло именно в это место. Типа, это бред. Если про... Так. Но он остался, то есть... Это было все-таки не ограбление, это именно убийство. Блин, ладно. Так. Чё ещё интересно расскажешь? Блин. Мог бы что-нибудь рассказать интересного? Больше ничего нету, следы. Осколки пьедестала. Подожди, в смысле? Пьедестал же весь осмотрел, правильно? Ну да. Вы все еще здесь? А что тебе не нравится? Так. Царапины на камне. Типа статую волокли. Так, допустим. Ветка сломана. Так. Через стену. Так. А, вот предприниматель, это главный, который устраивал весь этот банкет. Ну-ка. Сэр Чарльз, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare the award ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and well, I found the body of Zacharias. And I swear it. I saw the statue of Man running away. Так. Ну, подделка, это понятно. Угу. Че, социально активен, просто листовка. Социально активен. Ну, допустим. Герб. Так, политически активен, украшение. Но я сомневаюсь, что он политик, поэтому скорее украшение, наверное. Герб. Бывший военный. Так, кольцо. Женат. Ага. Так, ну тут мы все сделали на нем. Блин, не нравится он мне. Неточный портрет. Блин, ладно, надо сначала, походу, расспросить, а потом уже. Угу. А, так. Проблемы с финансами. Угу. Общественная жизнь. А можно по новой? Извините. Вперед выйти. Ну-ка, драгоценные камни. Ага, то есть изменить уже нельзя. Ладно. А, так, увидели бегающую статую? It was dark. But yes, I'm sure of it. It was running.
and it was making the most horrible metal sound as it did so. Mm-hmm. And can't you see? The pedestal is now empty. Вижу, вижу. Только что-то тут не так. Узнали жертву? Did you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He is... was a club member. And an excellent bowler. Mm-hmm. А, почему он был здесь? Why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. Да что ты говоришь? Угу. Знаешь, какое совпадение, да? То, что ты остался на ночь, да-да, он пришел утром, тут ты неожиданно услышал визг статуи, точнее, визг человека, там, лязг статуи. Так, как вы получили календарь Майя? Sir Charles, where did the Mayan calendar come from? Он взялся календарь Майя. It was donated anonymously. Mm-hmm. We received it shortly before the tournament. Пожертвовали. The letter asking that it be awarded to the winner. Так. Это ценный календарь. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course. Так. To be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. Mm-hmm. May I go in the clubhouse? It's members only. Только для членов. Так, мне не позволено пропускать никого без письменного разрешения полиции. Так. То есть ты хочешь письменное... Так, ладно, разрешение полиции. Угу. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. В смысле, зачем, блин? Ты серьезно? Опа. Активировать. Статуя бросает копье. Ага. Спрыгнув, статуя убегает. Подожди, чё? Падает от удара. Сейчас выглядывает из клуба. Так, подожди, сбросить. Захарий наступает на листья. Статуя бросает копье. Захарий падает от удара. Получается, этот выглядывает. И видит, как статуя убегает, правильно? It looks as if Zacharias was killed. Захария убили в тот момент, когда он подошел к календарю. Ага. Блин, но все равно это как-то странно, типа чё? Так, больше тут ничего нету. Ладно. Какие выводы у вас? Uh-huh. My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. А клуб? Подожди. Скотланд-Ярд. Типа, как полицейский участок. А, только члены клуба могут войти в здание. Угу. Блин, не нравится мне все это, типа. Блин, ладно. Так, получается, надо в Скотланд-Ярд. Угу. Допустим. Thank you for coming so quickly, Watson. Да нет. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready to help anytime. Please, sir.
Release my son. Can I help you, Mr. Holmes? Да нет. Смотри, а прям тут известен так. Так, календарь. Копье. Кстати, так, с пьедестала. Ага. Часы, карандаш. Стой, карандаш. Так, деньги остались в кошельке. Папка. Ага. Несколько символов он все-таки привел. Так. И что нам это дает? Вот лучше осмотреть его получше. Ну давай смотрим. Крутить. Так. Опа. Интересно, что за символы нужно их перерисовать. Ага. В календаре. Ты серьезно? Помоги с папки Захария, так. Ага. Так, ну давайте по странице смотреть, типа. Так. Рука. Вот, есть избранный бог. Избранный бог. Ну давай бог. Ага. Сесть, упасть. Так. Вот. Каждый. А, подожди. Вот. Каждый лишь все. Ну, похрен. Каждый. Так. Ага. Так, тут вроде больше нет ничего. Угу. Так, есть. Запечатывать, выставать. Так, ну, допустим. Восстать, типа статуя-то у нас восстала. Допустим, ладно. Ага. Рука. Ага. Есть. Судьба, смерть, награда. Смерть есть. Угу. Главный убор, шлем. Так. Тут вроде больше нет ничего. Так, осталось. Блин, до хрена еще всего. Допустим. Угу. Блин, все спутывается, типа. А, тяжело. Так, кайман ящерица, прыгнуть, танцевать. Центр в центре. Взять, схватить, получить. Искать. Игла. Лорд, король. Проклятие, слабость. Тут нет ничего такого. Так, войти, открыть. Огонь, жар. Вот это есть. Никто, любой, толпа. Чё? Ну ладно, никто. Потом это можно? Да, это можно изменить, отлично. Так. Молодой рожать. Семя боб. Господин, статуя. Вот так вот у нас даже, да? Статуя, каждый бог. Чё? Так, подожди-ка. Пропустил. Проклятие, слабость. Ну, допустим, проклятие. Так. Есть. А, существовать. Так. Пасть на выглядеть. Проклятие существовать. Пасть на. Ну давай, наверное, существует. Типа. Проклятие существует, никто.
Снижаться, пощада, лесть. Бог. Пощада. Статуя, каждый бог. Пощада. Так, дом, храм, деревня. Дом, храм, деревня. Ну, в доме. Угу. Так, тут больше нет ничего такого. Лиса, волк. Вот есть. Священный, просвещенный. Священный, наверное, статуя типа священная. Все вот это вот. Майя там, вот эти все. Ага. Так. Судьба. Тревожить, входить, искать. Тревожить, входить, искать. Проклятие существует. Никто. Любая толпа. Пойдет на любого, кто будет. Ну-ка, проклятие. Пойдет на любого, кто тревожит священный дом. Смерть. Восстанет статуя. Каждый бог пощада. Судьба, награда. Ну-ка. И думаешь, я... Так. Чё? Нет, думаю, я что-то упустил здесь. Так. Все. Бог, пощада. Лететь, снижаться. Лететь. Был полет копья. Так. Каждый лишь все. Нет, каждый, наверное. Статуя, господин. Так, запечатывать, восставать. Восстание статуя была. Судьба, смерть была. Думаю, храм все-таки, типа, майя, все вот это вот. Священный. Так, тревожить любой. Проклятие, пасть. Бог ли избранный? Да, блин, ну хрен за это. Больше внимания деталям. Да в смысле? Каким еще деталям нахрен? Просвещенный дом. Нет, священный, по идее, священный храм. Смерть. Запечатывает статую. Каждый бог лететь. Что? Проклятие. Существует. Типа никто не потревожит священный храм. Или нет, любой, кто потревожит священный храм, типа ожидает смерть, запечатывать статую. Каждый бог лететь. Вы действительно хотите пропустить? Нет. Думаю, что я упустил здесь что-то. Да в смысле, блин? Ну, избранный, ладно. Блин, а? Лететь, пощада. Проклятие, слабость. Фу, существует. Сходить, искать. Искать. Так, проклятие существует. Любой, кто будет искать священный храм, ждет смерть. Ужас какой, а? Больше внимания деталям. Ага. Так, запечатывать.
Но статуя была. Каждый лишь все. Лишь избранный ждет пощады, так? В смысле? Подожди, статуя восставала, правильно? Правильно. Проклятие существует. Любой, кто тревожит священный храм, ожидает смерть. Восставшая статуя лишь избранный, типа лишь избранного ждет пощады. Ой, как тяжело, а? Угу. Судьба, награда. Смерть. Запечатывать. Судьба. Награда, смерть. Но смерть-то была, блин. Дом, храм, деревня. Дом. Блин, не понимаю. Если вы остановите сейчас эту сцену, ваш прогресс не будет сходить. Да блин, ну. О, господи. Проклятие пойдет на любого, кто потревожит священный дом. Смерть. Восстанет статуя. Или подожди, проклятие падет на любого, кто потревожит священный дом, смерть. Восстанет статуя, лишь избранного ждет пощада. Так, что ли? Хорошо. Статуя. Каждый лишь все. Да ты... А, господи. А, господи. Отстань от меня, пожалуйста. Давай я... Да, давай, давай, попозже, нахрен. Я не могу, у меня... Я говорю, у меня мозг не варит, нахрен. Исследовать, исследовать календарь. Так, это уже было, все. Отстань от меня. Это вам помочь, Холмс? Угу. Лучше бы ты с календарем мне помог. Могу, у меня уже прям, говорю, мозг не варят. Так. Морг, отлично. Так, значит, что у тебя с глазом, дружище? Красный глаз, похоже, серьезная инфекция. Так. А что у тебя... Серьезно? Заключение некоторых повреждений сердца и желудка. Я сомневаюсь, что повреждение сердца и желудка сделает ему грудь женскую. Чего, блин? Так, шрам. Найдены следы алкоголя. Допустим. Ага. Убийца целился в сердце. Допустим, так. Старые шрамы. Угу. Так. Был сильный бросок. Копье прошло сквозь тело. Угу. Все, больше идей нету. Серьезно? Может, тут что есть. Это что такое? А, типа из трубы этот звук, окей, ладно. Так. Да блин, ну так помоги. Так, стой. Мы осмотрели тело, а... Так, то есть назад его уже повернуть нельзя. Угу. Что это такое? А, нет, можно. Так. Все равно ничего нет, да? Блин, ладно. Угу.
Так, я пытался вот эту дверь открыть. Нет, но она не открывается. Ладно. Так. Инспектор, ага. Значит, у меня сейчас главная задача решить вот эту головоломку с календарем. Действия. Че? В смысле? Исследовать его получше. Подожди, в смысле? Исследовать календарь Майя, исследовать. Только что тут, по-моему, было что-то не осмотрено, нет? Так, нет, ладно. Символы. Все перерисовал. Угу. Так, исследовать календарь. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias's folder. Так, да, хрен бы с ним. Ага. Бог избранный, так. Это было. Ага. Рука не было. Так, дальше. Подожди. Как ее проникнуть? А почему вот этого нет? Как раз было и копье, и проникновение. Типа. А почему вот этого нету? Так. То есть это не совсем та мысль, о которой я подумал изначально, да? Ага. Совершается как-то по-другому. Так, судьба была. Смерть. Восставать. Так, лицо. Ага. Вот это сюда, да, тревожить, пофигу. Ты сюда. Проклятие. Дать. Сережка, серьги. Так. Проклятие, слабость. Это уже сделали в центре. Нет, тут нету. Вот. Господин статуя. Ну, статуя есть, допустим. Женщина, войти, открыть. Огонь, жар. Предположить подарок господин статуя. Никто, любой толпа. Никто. Вставать. Пасть на выглядеть. Существовать. Дом, храм, деревня. Дом. Да тих ты. Дом. И рыбка. Снижаться, пощада, лететь. Бог, пощада. Снижаться, лететь. Избранный. Так, проклятие. Может, не проклятие, а слабость существует любой, кто тревожит священный дом. Ждет смерть. Награда. Награда запечатывать. Статую. Лишь избранный. А, блин, все равно это бред какой-то. Пу. Проклятие, слабость существует. У меня есть идея по рисункам, типа, как бы соединить. Это тоже, по-моему, бред.
Рука. Рука, рука. Угу. Слабость, проклятие. Слабость, проклятие. Существует. Выглядеть так. Пасть на любого, кто тревожит священный дом. Награда. Судьба. Доставать. Статуя. Каждый бог. Короче, хрен с ним, я не могу, у меня уже, я реально не понимаю. Проклятие нападает на любого, кто потревожит священный храм. Они встретят смерть от восставшей статуи. Лишь избранный. Чего лишь избранный? Ну, серьезно, ребят, типа, ну это прям пипец. Я прям не могу, у меня прям... Я попытался, он не захотел. Ну и пошел он нахрен. Так, вероятно, связь между Захарием и проклятием можно найти в археологическом клубе. Допустим, ладно. Хорошо. Поехали к этому. К главному. Так. Разве вам не полагается расследовать свои дела вместо того, чтобы докучать мне? Да в смысле нет? А почему нет? Опа-на! А это у нас... Так, красные глаза, мешки под глазами, недостаток сна. Ага. Дружище, ты либо пьешь, либо изменяешь. Кровь, вино. Не, ну на кровь это не похоже, поэтому вино скорее. Аспирин. Похмелье. Да. Так, а что это у нас тут такое похмелье? Чистил оружие в хорошем настроении. Угу. В хорошем настроении, да? С похмелья. Духи дорогие, женский платок. Ага. Допустим. Вино. Да нет, это вино. А, так. Надо понять, что тут я не досмотрел. Похмелье. Так, чистил оружие. Угу. Женский платок. Подожди, смысла? Женский почерк. Письмо от Робинов. Ага. Портрет персонажа посоздан. И он правильный. Ага. Ну, привет. Говоришь, не дашь мне, да? Пропуск. Поскольку ордера у меня нет, нужно заняться чем-нибудь еще. Кстати, вы не знаете, сэр Робин по-прежнему в городе? Понятия не имею. Ага. В смысле? Какой? Нет, это не то, что вы думаете. Да ты что? О, и ты еще и отпираешься. Ой, как мило с твоей стороны. Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. Как прям хорошо, что ты дал ордер, чтобы я смотрел этот дом. Клуб. Ведь ты же у нас честный, да? Инспектор. Дедуктив. Так, Скотланд-Ярд. Ага, то есть это я просто вышел на улицу. Так, ну поехали тогда. Просить. Клуб.
Видели, да? Такой, не, а я тут при чем? Откуда я знаю, где там кто? Пьет там винишко с кем-то. Хорошее настроение, недосып. Прям. Что случилось, ребят? Что такое? Опять что-то? A crime at his club, it's a terrible thing. Угу. Календарь мая, но они его забрали. Так. The great tournament of the London Archaeological Institute's bowling club. Института, так. А, то есть это все, да? Хорошо. Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key. But I ну, дружище, тебя уже как бы никто не спрашивает, что ты там протестуешь, не протестуешь. У меня есть орден, у меня есть право. Не хотел меня впускать без ордена, так что не ной теперь. Так. Давай, открывай. Угу. Богатенько вы так живете тут. В своем клубе витрины коллекция, ага. Коллекция все они покойные, да, и их коллекции прям вот, ну просто, да, тут как бы лежат, так сказать. Вот это вот кольцо смущает, что типа выделяется сильно. Так. Металлический глобус выглядит. Ага. Some bits are missing. Чего-то не хватает. Ну, блин, это и так понятно, что чего-то не хватает. Что это у нас такое? 1881 Котемала. This piece has been cleanly and intentionally cut. It appears that it's a part of a gold statue. Сейчас золотой статуи из Гватемалы, чистое золото, стоит целое состояние. Угу. Я так понимаю, это тоже, да, чья-то коллекция? Захария. Угу. Те еще только что доставили, они из коллекции древности Захария. Угу. Собравшие эти коллекции мертвы. Да! Пф, не ты один это заметил, блин. Охеренная штука, надо себе такую купить. Так, что это у нас тут? Коллекция покойного мистера, ага. На удивление тоже покойного, да? Так, дальше поехали. Что нам еще покажет? Какие коллекции еще одних покойников? М? Картина. И хера там картин понавешали. Так. Фотография. Захарий. Ага. Интересно, кто это? It's Sir Charles Yellingham, ага. Director of the club. Совпадение? Не думаю. Гватемала. Гватемала, ага. I don't think this is a bowls tournament. Это не с турнира, как и со статуей там было. Пустое место. Но, похоже, фотография подделана или повреждена. Возьму с собой. Скорее повреждена. Потому что, типа, оттенка, как это, обоев, типа, нету. Так. Больше нет ничего интересного. Фотография. Угу. Листок. Так. Угу. Получение вашего предмета, ага.
тайне. Так, все законно, но они сохранятся в тайне. На вашем свидетельстве, что мы успешно провели новый платеж на ваш, на счет вашего клуба. Тем не менее, платежный период сокращен до 1 месяца. Сумма кредита до 1 франклин, да, по идее. До 1000. Хрен знает. Из-за предыдущих просроченных платежей. Так, если вы пожелаете ознакомиться со счетом, обратитесь к управляющему банка. Мистер Блэк, счетовод Бланка Луиц. Ага. Подожди. Так. Фотография, лампа. Фотография. The 50th birthday of Lord Stevenson. Стивенсона. Так, это я уже осмотрел, хорошо. Charles Yellingham has a large family. Большая семья. Угу. Блин, мутный тип какой-то. Здравствуйте. Что это у нас такое интересное? Угу. Так. Начальник финансовой службы. Дорогой сэр Чарльз, по нашим данным, вы снова задержали. И это в четвертый раз. Платеж по кредиту взятому у нас. Любая срочка платежа повлечет пеню. 7-10. Изучив ваше предложение, мы согласились принять в качестве платежа по кредиту часть коллекции вашего клуба. Она будет продана на частном аукционе. Все вырученные деньги будут направлены на ваш счет. Угу. Так. Похоже, что клуб не в состоянии платить долги, долги банку. Угу. Ну, видимо, именно так происходит тут все. Подожди-ка. Еще одно письмо. Как я сказал, что? Я сказал перед всеми. Так. Награждение я же предупредил другого участника, Захарий. Ага. Послание сэра, так, жертве, который погиб, да? Тоже такое неожиданное совпадение, да? Угу. Что же вы задумали, гады? Так, подожди. Шахматы. Книжки. Так, это не осматривается, ладно. Стол я уже осмотрел. Вот это вот что за бумаги? Так, улики. Все гостиную клубу. А, то есть клуб я уже обыскал. Допустим. Пойдем у, у Захария, хотел сказать, да? У этого главного спросим. Так. Сэр Чарльз, вы сообщили мне, что не знаете, с какой целью приходил мистер Грейстер. Да, верно. Понятия не имею. Да ты что? Прям не имеешь. На самом деле имеете. Мистер Грейсток написал вам о намерении прийти с еще одним человеком. А, да, верно. Он устроил скандал по поводу календаря Майя. Да ты что? И он захотел встретиться со мной до церемонии. Но я точно не знаю, чего же он так хотел. Ага. Конечно, конечно, но ты же не знал, да, то, что он прям придет. Прекрасная коллекция с одной настораживающей деталью. Все вещи от членов клубов. Ага.
Ну, так-то это так. Подожди. Убийство в моем клубе. Какой удар по репутации? Анализ. Так. Получается, вот это мне нужно будет проанализировать, да? Угу. Ну, поехали домой, хорошо. Сейчас будем делать анализ. Так, Бейкер-стрит. Так, что у нас по уликам там? Сэр Чарльз был один. Но вот это не факт. Да. Тихо. Факты о преступлении. Так, долги клуба. Факты о преступлении. Визит. Календарь мая. Коллекция Грейстока. Физические способности. Факты о преступлении. Долги клуба. Факты преступления. Владин. Визит Грейстока. Календарь мая. Визит. В смысле? Ладно. Коллекция. Визит. Физические способности. Был один, но вот это вот еще не факт, что он был один. Тем более он сказал, он придет с еще одним человеком. Долги клуба. Долги. Так. Факты о преступлении. Коллекция. Физическая способность. Календарь. Так, пока вроде ничего такого нормального нету. По крайней мере, я не узнал ничего, не увидел ничего такого. Что можно связать? Так, исследовать фотографию. Исследовать фотографию. Ага. Что это у нас такое? Так. Эта часть была покрытой краской. Нужно знать, что под ней. Покрыта краской. Сотрем краску мягкой тряпкой. Ну и что тебе не нравится? Да, на этой фотографии есть еще один человек. Так. Взгляните, это человек с опухшим глазом, который был удален с этой фотографии. Повод для дискуссии, как думаете, Ватсон? Возможно. Ага. Тропического заболевания? Ага, Южная Америка. Блестящий, Ватсон. Счастлив помочь. Оно смертельное? Есть вероятность, что он выжил. Вероятность. Я бы спросил Чарльза, но кто знает что. У меня есть идея, есть только одна больница для таких пациентов. Ага. У меня там работают друзья. Вот как? А, не, Ликина, я к ним схожу. Если он в Лондоне, они его видели. Так. Отлично. Отлично. Так, что у меня еще есть такого? Спросить фотографии с клуба. Человек был скрыт с фотографией. Так, попробуем сейчас. Тут не ничего, ладно. Давайте попробуем съездить в клуб, спросить опять этого главного клуба, да? Типа, что это за человек такой? Не просто же он так был скрыт. Прям не знал, да. Вот это меня, конечно, не очень порадовало. И так мутный тип, так еще и врет, типа, я не знал, почему он пришел. Угу.
Люди на фотографии. На стене, на ней есть и вы. Но знаете ли вы этих людей? Эйн джентльмен с опухшим глазом. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias. And there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way, he's the fellow who built that terrible statue. He created it, oh, must have been 10 years ago. Он создал эту статую. Так. Он создал эту статую. Кто? Oh, Sir Charles. A crime at his club is a terrible thing. Mr. Bernard Marley. Так. Да, меня зовут Шерлок Холмс. Мне нужно спросить вас об экспедиции к Гватемале. Как можем поговорить? Так. Управляющий плавильня. Человек был скрыт с фотографии экспедиции в Гватемалу. Так. Скотланд-Ярд. Получается, тут у него, скорее всего, плавильня. Ага. Соберите сведения о Бернарде Марле. Так, стой. Это он? Да. 10 лет назад создал Бернард Марле. Что же он тогда тут осматривал? Не повредилась ли колонна? Ну, это глупо. Так. Сейчас еще раз поговорим с этим. Если у нее ничего, тогда пойдем в плавильню. Ясно. Репутация, репутация. То, что у него убили человека тут. То, что на него могут подозрения пасть. Вообще ему похрен. Так, плавильня. Дружище, где тут плавильня? Не, ну точно не тут плавильня, это понятно. Ну понятно, да. Пацаны. Мужики. О. Excuse me, where is Grub Street? Grub Street. Не совсем уверен, но думаю, эта улица поднимается в гору тут недалеко. Ну, допустим, ладно. Gumball's Road. Так. О, вообще убитый. А, нет, это парень. Excuse me, where is Grub Street? Я не знаю. Угу. Спасибо, братан, помог. Possum Street. Не город, а лабиринт, блин, какой-то. Опа, ребят. Ну-ка. Excuse me, where is Grub Street? Grub Street. It's that way. Вот сюда. Да. Чё, прости? Я только оттуда. Стрит. Так. Что-то не совсем понимаю. Ну, допустим, вот сюда. Хорошо, ладно. Крыни какой-нибудь. Какой-нибудь, да. Так, Крыни Стрит. Понятно. Бернард. Так. Угу. Плавильня.
Лошадь, думаю, он был конкистадором. Ага. Че-то у него башки нет. Так, дружище. Твой хозяин на месте, он у себя в кабинете. Окей. Тебя эти царапины не смущают? Хотя у них, блин, тут столько статуй, типа. Чего удивительного. Hello there, my man. Is your boss in? Sorry, I'm too busy to chat. Понятно. ЧСВшник. Так. Свежие царапины. Печь для расплавки металла. Стояли две большие коробки. Такунумана. Ага. Исследовать. Ага. Часы. Окси, нет, эта металлическая рука не была на улице. Что-то мне кажется, что это не была непростая статуя. Довольно современная ходить, все эти хорошие качества. Так. Ага. Типа что-то робота было. Потому что видите, тут всякие часы, всякие механизмы. Он мог просто в статую запихнуть все это, типа, и сделать вид, как, типа, статуя убегает. Тащили что-то большое и тяжелое. Две большие коробки, их забрали в кабинет. Ага. Возможно, именно в недостающих ящиках лежат куски статуи. Возможно. Вполне. Похоже, Марли сделал несколько статуй Такунумана. Угу. Так, но это не оно. Колокол. Ладно. Мистер Холмс, вам стоит простить мой побег из клуба, это не совсем то, что... Чё? А, так, да лучше здесь, не в моем кабинете. Ага. Там надерживает. Так, ну-ка. Так, ну трудяга, допустим. Неряшливый, угу. Амулеты, защитные амулеты. Кожаные заплатки. Так. Грязные руки, запах масла. Я думаю, он там прям магию уже какую-то колдует. Так, часто опирается стол. Очки для работы с мелкими предметами, близорукость. Нет, но для... Да, с мелкими предметами, скорее, типа увеличение. Тут все это тут. Угу. Сложная работа, грубая работа. Поранил палец. Сложная, наверное. Правильно? Да. Угу. Так. Вы знали Захария Грейстока, жертву? Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, old beard. Yes, that's him. Альбейт. Да, это он, бедняга, встретил свою смерть в Гватемале. Ага. Не совсем, он был активным членом клуба и отважным человеком. Экспедиция. А что это была за экспедиция? Вы искали храм Майя? Да, храм Такунумана. Еще одна из глупых идей Чарльза.
Мы нашли его, но столкнулись с странной силой. Она препятствовала нам, не давала войти. Злая аура. Ага. Обострилась, мы ничего не могли сделать. И теперь со смертью Захария проклятие пробудилось вновь. 14 лет прошло. Пророчество не имеет давности, даже после смерти спасения нет. Так, ну понятно, он, короче, пессимист нахрен. Девочка-то еще. Пророчество. Захарий верил в пророчество? Это не вопрос веры, разве вы не понимаете? Что за чушь? Может, он и был прав. Мы пришли в клуб и пытались убедить Чарльза давать календарь на церемонии. Но вы не пришли. Я знал, что Чарльз откажется. В любом случае, изучение календаря не поможет. Ага. Ваши отношения с Чарльзом Йеллингтоном не особо дружелюбные. Это взаимно. Так, знаете, большинство его экспедиций провалилось, потому что он слишком много думал о гипотетических... Чего? Не успел. Еще и какие-то... Так, ага. Достаточно этой цели. Как? Уже понятно все как. Что вы думаете об исчезновении статуи Токунумана? Никакого. Но допустим, вас оставить. Мне нужно поработать с бумагами. Услышать нас. Ага. До свидания. Ну, прощай. Ватсона. Следующее убийство Захарии Грейстока. Так. С Ватсоном. Говорит, до сих пор не хочешь, да? Угу. Так. Нет, это не то. Так, ну... если мы уже здесь пропускали... ночь, типа на следующий день надо было прийти за наградой. Значит, скорее всего, надо отправиться домой. Угу. На пианино играет. Caitlin's up, Miss Alice is playing the piano. She disobeyed me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. His mother's son is Miss Alice. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, Watson. Ты что такой нервный-то, Холмс? What are you going to do with it, Holmes? Я предполагаю, я могу сжечь, да, письмо? Нет? Ну ладно. Так. Угу. А. Окей, давай посмотрим.
открыть. Включить горелку. Так. It would be easier to open this letter if I steam it. Let's prepare. Boil water in kettle. Ладно. I need to open it with something sharp. Чем-то острым. Ну ладно, хорошо. Элис, ты все-таки это сделала. Ты смогла поселиться рядом с ним. Ты молодец. Он очарует тебя, но будь осторожна с ним все время. Я решил сообщить тебе, что нашел судно твоего отца. Оно немного повреждено, но еще на плаву. Ты можешь использовать его, если захочешь. Так, должна знать, что твой отец был мне как брат. Если есть что-то, что угодно, чем я могу тебе помочь, прошу, дай мне знать. Что угодно, сколько бы это ни было опасно. Ага. Поселиться здесь из-за меня. Нужно поговорить с ней как можно скорее. Хорошо. Так, получается... Сейчас мне нужно... чем-нибудь нанести клей. Ну, блин, я взял пипетку эту сраную, господи. Серьезно? Ладно. Продолжай играть, Кейт. Так, дышу свежим воздухом на балконе. Так, подыши, да, воздухом на балконе. Я тебе сейчас как раз письмо отдам. Привет. Привет. Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frightened me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Alice! Come back in! I can do it! See? You're wonderful! I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secrets. Ваш секрет. Or for her to be unhappy. I have to go inside now. Блин, теперь она стрёмная. Типа, чё? Откуда она знает вообще, типа, мой секрет? То, что я ей не родной отец. Если только она сама ей не родная мать. Человек, похожий на того с фотографии, регулярно посещает клинику тропических болезней. Его зовут Джеймс Байрон. Так. Ага. Окей. Без проблем. Получается, мне нужен костюм доктора, да? С похмелья доктор. Так, ну пойдем. Да-да-да-да-да, пойдем. Так, клиника. Это подходящее место. Наш человек должен быть здесь. Угу. Как его зовут? Oh, Dr. Watson, may I help you? Hello, Baird. My colleague and I are here to see Mr. Byron. Мистер Байрон. Вот он. Patients visit this department. Да тихо ты.
May I help you? Так. This should be the right place. Our man might be here. Должен нам. That isn't our man. Это не тот человек, но это понятно. Вот он. Мистер Байрон? Еще один доктор. Пожалуйста, меня уже полечили. Мне всего лишь нужно отдохнуть перед уходом. Подожди-ка. Шипная повязка, пострадавший глаз. Угу. Следы от цепей, шрамы от болезни. Давай пока так. Сейчас посмотрим, что у нас еще тут есть интересного по нему. Ага. Следы от цепей, шрам от... Нет, это не шрам от болезней. Не может быть и на руке, и на шее быть шрам от болезней. Следы от цепей. Так. Так, 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 так. Пальца. Запах опиума. Опиумный притон. Наркоман. Угу. Грязь и продукты. Оживленный рынок. Без руки. Нет правой руки. Калека. Ага. Есть, правильно. То есть отцепей все-таки. 45 лет. Экспедиция. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Экспедиция? Какая еще экспедиция? Вы ошиблись, я никогда не покидал Лондон. Расслабься. Is it not you in this photograph from Guatemala? Guatemala? Tecuna man! Dr. Baird! Come here quickly, I don't feel well! What on earth is going on? Please, calm down! I'm sorry, my dear colleagues, but Dr. Brunt is waiting to give Mr. Byron a private consultation. You can wait here. What should we do next, Holmes? Уходить отсюда. Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation. Это ж как ты тут воспользуешься? Адрес почти не разобрать. Так. Клини, психическая болезнь. Мистер Байро. Указ 321D. Рад подтвердить вашу запись на 25 ноября. Пожалуйста, приходите пораньше с утра. Тропических болезней. Ага. Он недавно купил китайский табак. Ага. Это все? Назначен на консультацию доктора Бранта. Так. Нашему парню... Чего? О, господи, все, я уже не могу. Очевидно, мы ждем Байрона, разве он не с вами? Ну, видимо. Ну, давай его найдем. Так. Поиск на карте. Это получается... Угу, мне сейчас домой.
чтобы найти, где он живет, и только потом уже пойти туда. Кстати, анализ. Надо будет сделать анализ улик еще раз. А, не вошли. Настаивал, что члены экспедиции не смогли войти в храм Текунумана. Ага. Смерть, экспедиция. Так, Грейсток был членом экспедиции, обнаружившей храм Кичи Майя. Долги клуба. Календарь Майя. Утром. Угу. Факты о преступлении. Било нечто со стороны пьедестала, на котором стояла клубная статуя. После убийства сэр Чарльз видел убегающую статую. Долги клуба. Так. Желал смерти Грейстоку, чтобы получить и продать его коллекцию. Нет. Я говорю, мне почему-то кажется, то, что это типа с ним что-то связано. Так, ладно. Потом посмотрим. Поехали. Че, по карте, да? Информация из книги, я могу вычислить, где Альберт прячется. Но давай найдем. Давай найдем. Заходил в выпивной притом. Так, на Желёном рынке и в цирк. Он также купил немного китайского табака. Ага. Так. Да тихо. Китайский табак, рынок. Нет. 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 Тоже не том. Тут если только сдвинуть карту. Now we need to find a street name. 21. Street 21. Oak Street 21. Brook. Here it is. 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albion's flat. Вот и погнали туда. Дом. Фига себе, у него тут хоромы. What should we do next, Holmes? Угу. Help! Опа. Do you hear that? Quick, we have to open this door. Ну так давай открывать, ну. The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Возьми хоть что-нибудь, ну. Do you hear that? Quick! Да господи, ну. Вот. Топор. Бери. Быстрее. Давай, ломай. Help!
Да я пытаюсь, братан, держись. Главное, держись. Бегу, бегу. Держись, братик. Сейчас все будет нормально. Ну все, открывай ручку, господи, у тебя пол двери нету. А, господи. Опа. Спас, хорош. Взглянуть наверх. All of these statues serve as a perfect hideout for the attacker. Откуда? Those curtains could block the attacker's view once they're closed. I need something sharp to cut those ropes. I need something sharp to cut those ropes. Что-то острое. Что? Что тебе острое нужно? Топор. Давай, давай, да. Использовал как укрытие. Да господи, перебеги ты, ну. Ты дурак. Давай, погнали. Кого пропускать? Да не надо ничего пропускать. Жив. Кав. Ладно, хорошо. Я нажал, не надо сейчас. Вот сейчас не надо тут. Watson, come here. He's behind the screen. Серьезно? Attacker escaped through this skylight. Через какое нахрен окно? Ты охренел, что ли? Он какой маленький должен быть? Типа тут не такая огромная высота, чтобы... О, господи. No! Don't kill me! Calm down. It's over now. It's gone. You? Oh. But why are you here? You're not doctors, are you? Именно так. Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albeit, is it not? You were a member at Charles Yellingham's club. Так. Yes, I was. Что произошло? Can you tell us what happened here? После вашего визита в больницу я быстро вернулся домой. Я лежал на диване и почувствовал... Присутствие зла в комнате. Ага. Присутствие зла не имеет значения. Скорее всего, это жар. Ну да, это жар. Последняя экспедиция. Расскажите о вашей экспедиции в Гватемалу 14 лет назад. Лихорадка, я попросил их оставить меня там. Так.
Не помню, как у меня только обрывки воспоминаний, но каким-то чудом я выжил. Я потерял глаз и руку, понадобилось время, но я сумел вернуться в Лондон. Так. Фальшивое имя. Зачем вы взяли фальшивое имя? Эта экспедиция стала концом моей карьеры и той жизни. Я изменил свое имя и переехал. Сейчас я слаб, бесполезен и одинок. Я ходячий мертвец. Ненадолго. Возможно, это было оно, мое проклятие. Медленно умирать, место Куноумана. Да не бывает никаких проклятий, ну. Все можно объяснить. Вам известно об убийстве Захария, не так ли? Да, довольно метко. Я читал, что его убили копьем. И убило копье. Адреналин, когда он умер, стал жертвой. Текунуман, как угодно, что угодно. Для меня это тоже все скоро кончится. Запертая дверь. На первом этаже есть запертая дверь. Могу я получить ключ от нее? Хорошо, но там ничего нет интересного. Ага. Так. Что будем делать дальше, Холмс? Our assailant escaped using this rope. Так. Тоже стояла статуя. Постамент для нее. Может, так что я найду? Нету, да, ничего. Ладно. Пойду взгляну за дверь за эту. Так. Где вот это? Там нет ничего интересного. Кровать. Даже не кровать, а кроватка. Ага. У него есть сын. Так, это... Так, трещина в стене. Ну это и так видно, блин. Чат руки, давай двигай. Ага. А что это у нас такое? Шестерня. Гуты мало. Эту медаль сделали после экспедиции. А, модель сделали после экспедиции Гватемалу. Так. И это какой-то механизм. Прекрасно, мне трудно. Трудно его разглядеть. У кого у нас были очки? У этого. Который работает в плавильне. Так. Хорошо. Все? Или подожди, может так надо смотреть? Ладно, это все, видимо. Так, тебе еще вернусь. Угу. Маленькая кроватка. Сундук. Медальон. Сын. Жена и сын Альберта, я полагаю. Ага. Так, все-таки у него был сын, окей. Бразилия, Сан-Пауло, 14 апреля 1883 года. Я, Клаудио Жоан Анасио да Сильва, даю все права и свободу Альберту Дайку. И Баудамбо с этого дня и впредь для него и его потомков. Клаудио так, де Сильва. Все-таки, видите, он типа был как этот, как раб. Скорее всего. Любимый, я понимаю твои страдания, но, пожалуйста, поверь, что мое решение призвано защитить тебя. Как я могу вернуться в большой мир, если кто-то узнает о чудовищном позоре провалившейся экспедиции моего рабства? Имя нашего сына будет обесчещено навеки. Вот, все-таки он был в рабстве. Будет лучше, если память
обо мне останется в храме Токуномана. Я приеду, чтобы увидеть тебя в последний раз. Я хочу умереть один с моей бесценной коллекцией, делом всей моей жизни в археологии. Один мой друг, управляющий, поможет ее продать. Ты получишь все деньги. Пожалуйста, не огорчайся, моя смерть будет облегчением. Я сделал распоряжение по поводу моих похорон. Прощайте, мои дорогие. Надеюсь, вы сможете меня простить и, наконец, начать счастливую жизнь. Это мое единственное желание. Угу. Это все? Стоп. А, ну это... Это надо будет потом посмотреть, да? Да. Так, значит, сейчас надо будет спросить у него, где его, скорее всего, жена и сын, хотя они, скорее всего, умерли. Блин, ладно. Не буду ничего говорить, нахрен. Что, не понимаю я вообще ничего. Маленькая комната. В маленькой комнате стоит небольшая кровать. Это для моего сына Гулливера. После моей официальной смерти... Он и моя жена отправились в Глазго. Вернувшись, я сделал эту комнату. Так они знают о вас? Мой мальчик Гливер иногда заходит, но я спрашиваю себя, что это за жизнь с отцом коллегой. Они потеряют меня снова. Не потеряют. Что у нас по уликам? Побег через окно. Экспедиция. Угу. Факты о преступлении. Нападаешь в доме. Так. Не вошли. Да... О, господи, успокойся. Знал, что мистер Грейс так будет в клубе утром, в день убийства. Болезнь Альберта. Альбейта. Жизнь Альбейта была разрушена после клубной экспедиции в храм Кичимая. Нападающий в доме Альбейта. Экспедиция был один. Сын Альбейта. Побег через окно. Малый рост. Кто-то малорослый, возможно, сын Альбейта мог пробраться через проем в крыше. Вот. Я об этом и говорю. Так. Ну, типа, а тогда кто стрелял в меня этими стрелами? Факты о преступлении. Календарь мая. Был один. Физические способности. Факты о преступлении. Календарь мая. Экспедиция. Вот. Так, интерпретация. Проклятия не существует. Люди просто так объяснили случившееся. Проклятие Токуномана реально и преследует участников экспедиции. Бред. Прям полный бред. Хрень это все собачья. Улики. Так, был один. Хрень, ага. Подожди, они не вошли. Болезнь. Так. Нападающий, факты о преступлении, визит. Нападающий в доме. Угу. Атаки. Нападения на Захария и Альбейта были осуществлены кем-то умелым. Ну да. Две версии. Сын невиновен, маленькому ребенку не хватило бы физической силы и хитрости, чтобы стать убийцей. Малорослый подозреваемый Альберт лжет о сыне. Кровать принадлежит кому-то другому малорослому, кто может быть убийцей. Угу. Тогда он мог забраться, в принципе, в статую, да? Нет, ну это бред. Типа, хрень собачья, как по мне, опять же. Календарь мая. Болезнь Альбейта. Альбейта. Угу. Не вошли. Визит,
факты о преступлении. Был один. Не вошли. Но календарь мая у них есть. Болезнь. Так, ладно. Еще раз спасибо, что спасли меня. Да не за что. Так. Ладно, пойдем. Нам еще в плавильню нужно заглянуть. А тут нет ничего такого интересного. Стрелок, примерно, смотреть не хочешь? Нет? Угу. Фигово у тебя тут коллекция, блин. Сначала нужно закончить здесь. Так. А с чем заканчивать-то? Типа... Ну давай зайдем сюда, хорошо. Маленькая кровать. Так. Я просто промолчу. Альбит, что это? Как? Это невозможно. Как вы ее нашли? Отвечайте. 17 лет назад я сделал макет храма Текуноумана. Так. Вы поместили его внутрь клубного глобуса перед поездкой в экспедицию. Я не знал, что он до сих пор там. Однако в Гватемале я видел сны о недостающей части пирамиды. Затем, когда мы вошли в храм, я пережил эти видения наяву. Подождите-ка, вы вошли в храм? Ну да, вошли. И мы нашли пирамиду из моего сна. Но я был слишком слаб, я не смог разгадать тайну входа. Я потерпел неудачу там, я всегда хотел понять почему. Поэтому, вернувшись сюда, вы сделали недостающую часть из вашего видения и... Ничего, но я умираю, и по крайней мере мой сын увидит, что я сделал все для того, чтобы закончить дело моей жизни. Так, они вошли. То есть мы узнаем еще одни подробности. Был один. И видение модель. Подожди, а почему? Факты о преступлении. Модель. Так, вот. Модель храма Текуноумана. Можно закончить. И все? Гениально. Так, был один. Не вошли. Видение Альбейта. Видение... версия Альбейта. Альбейт настаивает, что вместе с коллегами вошел в храм. Но в финальном... Че? Но финальное строение пирамиды они не смогли зайти. Так, и кто из них лжет? Показания сэра Чарльза и Бернарда Марли не совпадают с показаниями Альбейта. Однако никто из них не хочет говорить о храме. Видение Альбейта. Календарь мая. Визит Грейстока. Версия Альбейта. Так, ложь Альбейта. Альбейт мог сделать модель финальной пирамиды, только если он сумел побывать внутри нее. Альбейту было не обязательно заходить в пирамиду, чтобы сделать модель. Он мог использовать воображение. Правда Альбейта, ложь Альбейта. Мне кажется, он говорит правду. Хотя, сейчас. Если ложь, то у нас появляется еще одна версия. Используйте модель из клуба, чтобы выяснить, почему члены экспедиции боялись говорить о том, что произошло в храме Текуноумана. Вот. Отыскать правду в храме. О храме.
Если же сделать так, то тут тоже ничего не меняется, да? А мне кажется, он не лжет. Типа, тут показывает все на ложь Альбейта. Не знаю, мне кажется, он не лжет. Болезнь Альбейта и типа галлюцинации его. Вид, факты о преступлении, календарь Майя. Подожди. Сорчась, факты о преступлении. Факты о преступлении, календарь Майя. Вот еще одна. Сарчас видел убегающую статую Такономана. Сарчас не видел бегущую статую. Он либо лжет, либо бегущая фигура была кем-то еще. Вот. Вот. Вот это уже хорошо. Болезнь Альбейта. Визит. Визит. Календарь Майя. Факт о преступлении. Убило нечто со стороны пьедестала, на котором стояла клубная статуя. Ага. Так, нет, ладно, погнали тогда в этот. Сейчас расспросим. А, да не за что, братан. Не знаю, как по мне, типа, вот этот Альбейт, он не ржет, не лжет. Так, клуб Плавильном. Плавильном. Блин, сейчас день уже, да? Нам надо ночью туда сходить. Так. Плавильня. Опа. Ночь. Отлично. Так. Скорее всего, там она. Нет. Подожди тогда. Нет, подожди. Чего? А, то есть тут еще и несколько замков. А-а-а. Окей. Блин. Вот. Отлично. Теперь нам нужно вот этот. Также тройкой. Да. Отлично. Так, ну пошли. Так, все горит. То есть никого даже не тушит ничего. Не смущает это ничего даже. Странно. Вещи. Поехали, да, сразу в кабинет, ладно. Дверь надежно закрыта, я должен найти другой способ войти. Открыто. Дверь на балконе открыта. Угу. Будь осторожен. В эту сторону не двигаться. В эту сторону и не надо двигать, просто заберись. Подожди, что ты хочешь делать? Осторожней, Холмс. То есть ты хочешь сказать то, что и это еще придется двигать? Нет. Отлично. I can't move it in this direction.
Слушайте, я не совсем понимаю, что он хочет сделать. Зачем он ее убирает? Или он хочет поставить... Подожди, неужели ты хочешь поставить типа сюда? А тут все равно на нее никак не забраться. Так, стой. Мне надо как-то забраться вот сюда, правильно? На лошади. Там идем. Угу. Так. Давай попробуем сделать вот так. Даже если ничего не получится, ничего страшного. А, Ватсон, а ты будешь смотреть там, не по сторонам, типа, чтобы никто не увидел? Зашел мы в помещение и стоит, блин, как истукан. Так, ну допустим. И что теперь? В эту сторону не двигается. А тут ты будешь толкать, да, ее обратно. Ну понятно. Угу. Хорошо. Допустим. Так, стой. Что это у нас такое? Клетка. Не понял, а зачем тут клетка? Ну, допустим, вот сюда. Выйти. Так. Блин, не понимаю. Даже так. Угу. Ну, наверное, вот так. Так, допустим. А ты у нас тогда чего? Двигать вправо. Решетка, решетка. Типа по ней я смогу перебраться на другую сторону. Че? Так, допустим, ладно. Сейчас с этой стороны двигается. Вот оно че. Вот оно че, Михалыч. А недалеко ли ты двигаешь? Угу. Так, больше там ничего нету, да? Да, то есть надо... Пум-пум. Или стой. Подожди-ка. Ну-ка, может все реально правильно? С этого надо начинать. До конца, правильно я? Так, вот, ты забираешься на эту балку. Дальше. Так. Дальше. Так, то есть дальше ты, получается, убираешь этот забор.
Так, допустим. Получается вот это. Так, стоп. Так, тот рычаг у нас был от голов, да, вот этих? Да. Это от голов. Значит... А что может мешать там клетке? А, не двигается. Если только просто ее опустить. Вот так. Так, Холмс. Даже пытаться не будешь. Угу. Да нет, успокойся ты, ну. Угу. Так, выйти. Допустим, все-таки это что-то из этого. Она поначалу двигалась слева-право. Почему сейчас она не двигается? Сначала все было вот так, вроде. Бред. Просто бред. Ну да, да, да. Что-то загораживает путь, действительно. Блин, как бы... Цепь. Ты туда он не сможешь прыгнуть? Тележка. Если только тележку вот сюда вот поднести, подвести, типа пониже опустить ее, чтобы она как раз на тележку была. Ну, давай так попробуем, ладно. Так, 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 вот тележка. Тени классные. Тележки-то у нас вообще нету.
Я ненавижу эту игру за движение ее. Блять, это просто пипец. Серьезно. Так, попробуем сейчас. Где должно быть повыше чуть-чуть. Если опускать ее. Отлично. То есть сейчас он сможет по ней пройти. Вот. Вот что нужно было. Отлично. Ты серьезно? А может как-нибудь перепрыгнешь просто, нет? Я не хочу ее по новой таскать. Ну, пожалуйста. А можно я его просто буду таскать без тележки? О, отлично. Без тележки, без этой, без клетки наверху. Все. Так. Ну давай уже, господи. Блин, бесит меня эта игра. Встанет и стоит. Смотрит на эту тележку. Все, хватите. Да, нормально. Идеально, я бы даже сказал. Блин, раньше было как-то полегче. А мы за парни тогда играли в первой миссии. Хотя нет, тоже легко, в принципе. До цепи, ага. Ага. Окей. Вообще не шумные. Цепи друг об друга не бьются. Подожди-ка. Да ты что? Ага. Бумаги. Кинжал. А что это у нас? Явно для клинка. Ага. Так, интересненько. Есть некая общая тема, когда связывается ча, связывает все эти статуи. А, которая связывает все эти статуи. Их все сделал он. Очевидно, что Марли всерьез изучал механику. А, ну понятно, все. Что я могу сказать? Это статуя робот.
Че там, Ватсон идет? А, ты серьезно? We need to hurry and find out what Mr. Marley is hiding. Ну ты постой подольше, как истукан. Так, для клинка. Похоже, это часть механизма. Для клинка, как мы нашли. Вон, даже нарисован наверху. Выковать нож Майя. А как я тебя выкую? Приколись, что ли? Это что, кузнец от бога, что ли, или что? Спешите найти, что прячет мастер, мистер Марли. Блин, а как мне это сделать-то? Типа нет, у меня тут есть плавильня, но... Как мне его выковать? Так. Чё-чё-чё? А, всё, понял. This blank has too many defects. I'll need to start again. Так, давай попробуем. Хорошо, давай. Раз, два, три. Лево, право, 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 лево. Пустить право, лево, право. Да ты кузнец от бога, господи. Я просто, просто идеально. Да в смысле, надеюсь, подойдет? Он идеально подходит. Просто вилла просто запотел. Как боженька просто. Клац, клац. Опа-на. А что это у нас такое? Ох. Еще раз говорю, я ненавижу эту игру со, сука, механику. Статуя такой... так, еще одна статуя, ага. Значит, Бернард Марли сделал механический глобус. Так. Что-то внутри должно быть способ его открыть. Оно двигается. Начать механизма не хватает. Осторожно, Ватсон, если не хотите пострадать от Акунумана. Смешно. Да, 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 успокойся, Плакса. Господи. Серьезно. Заперто. Заперто. Ключ. Ага. Хорошо. Части на запчасти. Ага. Часы. Это что было? Что такое? Это ты? Ёп, я думал, уже кто-то пришел нахрен в мастерскую. Думаю, все нахрен, надо валить отсюда. Так, 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 какие-то компоненты, правильно? Мне нужно открыть вот этот вот сейф. Так, как открыть? Осмотреть статую. Так. Ага. Установите автоматический механизм, соединив все его части через все три уровня высоты. Понял. Будет двигаться? Нет, не будет. Хрень. Пу-пу-пум. Вот тут будет двигаться. Нет, не будет двигаться. А, то есть это все шестеренки. Ага. Хорошо. Цепи. Так, шестеренка. То есть такая шестеренка нужна тут. Правильно. Так. Нужна тут. А тогда не двигается вот это колесико.
Тут оно слишком большое. Это двигаться? Да. Но тут оно не будет двигаться, да? Так, больше нужен. Колесико побольше. Это слишком большое. Угу. Если это снять, надеть... Нет, это тут слишком оно большое тоже будет. По-моему, бред, да, какой-то получается. А, то есть можно даже так. Так, подожди. Положить это сюда. Эти две. А можно их прикрепить? Еще, подожди. В смысле? Ну, прикрепить. Ну, пожалуйста. Вообще, блин. А теперь оно не работает. Угу. Так. Это двигается. А если наверх еще вот это положить? Она тоже будет двигаться? Угу. Вот, вот так она двигается. Но это тут слишком большая. Угу, угу. По идее, должна быть вот эта. Но она слишком маленькая. А если это будет не тут, например, вот это будет тут, то она слишком, да, большая. Это слишком маленькая. Надо что-то придумать. Угу. Так. Через все четыре, да? Это сюда не подходит, слишком маленькое. Сюда. Тоже маленькая. Угу. А зачем же вы тогда нужны? Это слишком большая. То есть получается вот эта нужна вот сюда, правильно? Нет. Тоже маленькая. Что? Что за бред, блядь? Эти три одинаковые, но они маленькие. Ладно, хорошо, допустим. Это стоит тут, все. Хрен бы с ней. Это стоит у нас тут. Это стоит тут. Это стоит вот тут. Теперь это, да, не двигается. Может, надо как-то между ними. Хрен знает. Еще одна, да? То есть вот оно как. Ага. Хорошо. Цепь сюда не подходит. Почему? А почему она сюда не подходит?
Почему она сюда не подходит? Так. Это слишком большая, правильно, для этого? Да, это тоже. Ее можно надеть вот сюда. Так. Подожди. Этот сюда не подходит, правильно? Правильно. Почему она туда не подходит, эта цепь? Давай сделаем вот так. Так. Она прикрепляется сюда? Нет. Ага. И так она, да, не будет крепиться? Ну да. Хорошо. Допустим. Угу. То есть, по-любому, нужно ее вот сюда ставить. Маленькой. Так. Ну, крепись. Вот, она сюда крепится. Но она не крепится вот сюда, да? А, так, что-то бред какой-то. Но тут должна быть большая. Это мы разобрали уже. Тут она просто-напросто не влезет. Только маленькая. Так. Шайба сюда. И наверх вот эту херню. Так. Почему цепь сюда не подходит? Объясните мне, друг, почему она туда не подходит? Кажется, если делать так, то это слишком жирно получится. Ну да. А если делать так? Цепь сюда не подходит. Подожди. То есть теперь он выделяет лишь вот эту херню, да? То есть вот этот болтик, он тут, в принципе, не обязателен. Допустим. Если сделать вот так. Цепь сюда не подходит. Да ты серьезно? Сложно, сложно, блин. Угу. А куда она подходит? Ну давай, расскажи мне, блин. Ты меня бесишь.
Нахрена нужны вот эти шайбы? Для чего? Подожди. Это так должно работать? Так. А теперь она не крутится. Так. Интересненько. Просто иди нахер, а. Неугомонная херня. Так. Этот крутится, но не достает до этого. Вопрос. Почему? Как это сделать? Да, нахер иди. Так. Почему вот тут не достает? Тут он тоже не достает. Вот тут. Вот это достает. Так. По высоте не подходит. Так. Так, может... так. Сейчас. Получается, этот крутится, правильно? Но этот не достает. Скорее всего, из-за высоты. Ну-ка. Просто проверить. Нет, не хватает высоты. Еще. Без проблем. А... Так может надо... Ой, твою мать, а! Как тут все сложно. Реально просто нужно сделать вот так. Да? И вот так. И ты достанешь. Ну, естественно, господи. О, твою мать. Так, это сюда, этот сюда, этот сюда, правильно? Теперь ты достанешь. Но также нужно еще поставить вот сюда, потому что там они не работали, правильно? Не подходит. Нихера себе ты. Вот это ты выдал шутеечку. Ага. Не подходит. Хорошо, а сюда подойдет? Именно опять по высоте, да, не подходит? Так, подожди. А, не то я снял. То есть работает, все нормально. Это... Ага. Так,
Так, ну-ка, подожди. Все снимаем. Второе. Цены должны быть вторым. Так, раз. Два. Так, сработаешь? Чтоб тебя семеро чертей насиловали. Сейчас копье бросит. Угу. Обломки. Металлический предмет. Ключ. Спешите найти. Так, ключ, подожди. Ключ был отсюда. Так, а что это у нас тут? Блокнотик. Я знаю, я избранный. Текунуман хочет использовать меня в своих целях. Боже, защити меня, я не хочу умирать. Да кому ты нужен, господи? Так. А это нужен для карты. Бери, бери, что ты... Ты серьезно? Явно связано что-то еще. О, наконец-таки. Так. Этот фрагмент из чистого золота стоит целое состояние. Угу. Так, статуя состоит из трех частей. Подлинная из них золотая. Марли должен был воссоздать... так. Уже расцветает рабочий, скоро придут, пора уходить. Пошли. Стой. Просто показалось. Ладно, пошли. Да, пошли, пошли, похрен, уже можешь не осматриваться. Я даже ставить ничего на свое место не буду. И дверь закрывать не буду. Просто уходим отсюда. Мало ли, грабители, да? Вот это же никого не удивляет, что тут бомж сидит. Так, на Бейкер-стрит сейчас разберемся со всем, и тогда уже пойдем по делу там, куда нам нужно. Блин, вот это вот, конечно, с этим, с часами, с этой фигурой, блин, меня прям убило, у меня мозг чуть не взорвался, нахрен. Сижу, блин, не понимаю, чё, в чем прикол? Как это нужно делать? Почему так сложно? Не насилуйте мой мозг, пожалуйста. Так, давай смотреть. Так, из этого ничего не надо рассматривать. Тут тоже ничего не нужно. Я только сейчас увидел эту кость. Так. А сейчас он ничего не говорит. Что вот она не будет недовольна, типа то, что я захожу в ее комнату без разрешения. Какие новости? Сейчас расскажу. Так, погнали по уликам. Ну, узнать правду о храме. Миниатюрная пирамида Майя из дома Альберта. Ага. Ага. Золотые статуи Марли. Получили другие две части. Угу. Ключ, полученный от Альбейта. Им можно открыть комнату в его доме. В комнате на первом этаже есть маленькая кровать. Человек маленького роста спит на ней. Погнали.
Получается, это уже тут. Сейчас финал. Суеверие. Бернард Марли верил в проклятие и в то, что Текуноман может использовать его в своих целях. Визит. Факт о преступлении. Работа Марли. Статуя Текуномана в кубе была автоматом. Да. Невозможно создать автоматом с настолько... Автоматон. Точно двигательный механизм. Нет, это точно был робот, типа. Тут даже никаких этих... Ложь орбита. Нет, правда. Сын невиновен. Дальше. Улики. Календарь, визит. У сэра Чарльза было время и возможность подготовиться к приходу жертвы. Вот. Сэр Чарльз знал о проклятии, у него была отличная возможность. Сэр Чарльз не знал о существовании проклятия, возможность не делает его убийцей. Нет. Подожди. Автоматон, да. Если же он не знал. Можно сомнительные показания. Бегущая статуя. Возможность. Автоматон. Сын невиновен. Малоросый подозреваемый. То есть эти тут не сходятся, правильно тогда? Если же ложь Альбейта, тут все соединяется. Ну-ка. Сказать правду о храме. Какую правду? Так. Правда Альбейта. Давай дальше посмотрим, что там по уликам. Подожди, не выходи. Так, дальше. Суеверие. Болезнь Альбейта. Ага, календарь Майя. Избранный. Бернард Марли искренне верил, что избран для исполнения проклятия. Боится проклятия и старается защититься от него, но не может быть избранным. Автоматон. Вообще статуя, возможность. Серьезно? Сэр Шалс видел автоматон Бернарда Марли, бегущий прочь в день убийства. Он не знал, но у него была возможность. Ага, то есть так, типа, я понял, хорошо. Без проблем, не знал. Хорошо, ложь Альбейта. Что это нам показывает? Отыскать. Долги клуба, другая коллекция. Ну-ка. То есть ты серьезно думаешь? Да нет, по-моему, это бред, ну, блин, как по мне. Ложь Альбейта, отыскать. Свидетель. Сэр Чарльз видел автоматон Бернарда Марли, бегущий прочь в день убийства. Есть еще. Жизнь Альбейта была разрушена после клубной экспедиции в храм. Так, значит, погнали. Сейчас
пробежимся еще по всем, поспрашиваем, потом уже будем делать. Если ничего не узнаем, тогда уже все, да. Найди, вот, найти применение, у нас еще вот этого нету. Точно, кстати, надо сейчас еще в этот клуб зайти. Скотланд Ярд клуб. Побежали. А то я уже, давай тут, виноват, не виноват он. Вот этот, мне кажется, он не виновен. Он, типа, может, что-то и знал, но он не виновен. Мне больше вот этот настораживает, который делал все эти, как они, статуи. Так, полицейский. A murder at my club. Понятно. What a disaster for our reputation. I heard that Zacharias was killed by the statues. Так, а вы мне ничего не хотите рассказать? Oh, it's horrible. Do you think the club will be closed? Ладно. А там была еще одна. Типа тут она не одна, а вот эта вот. А, в смысле? То есть вот так. И вот как раз вот эта вот хрень. Ага. Поставить так. И что нам это дает? Не понял. Что за наркомания началась? Интересно. А, то есть мы попали типа в храм. Хорошо, допустим. Я стою на крестике, так. Крест. Ёп, бугу душа. Ага, хорошо. Так, подсказки. Подсказки, подсказки, подсказки. Идти вслепую — это глупо. Нужны подсказки. Только где они могут быть? Назад я уже не выйду. Ну погнали, да, похрен. Сдох, да? Нет. Значит, вот тут вот смерть. Тут. Так. Вперед налево, право, вперед, на, вперед налево, право, так, стой. Сюда? Нет. Вперед налево, вправо, так. Вперед налево, вправо. Ходил сюда. Тут смерть. Тут тоже, да? Да. Но это логично, потому что там уже труп лежит. Хорошо. Вперед налево, вправо, прямо. Так. Вперед налево, вправо, прямо. Тут еще три этих, да? Знаки. Тут ничего и тут ничего. Вперед. Вперед налево, вправо, прямо. Прямо смерть дважды, хорошо. Смерть дважды, прямо дважды. Так, налево смерть, ага. Вперед налево, право, прямо дважды. Угу.
прямо дважды. Подожди. Дважды. Да. Право. Так. Налево. Ага. Пум-пум-пум-пум-пум. Блин. Я бы хотел знать, куда идти. Ладно. Опа. Так. Блин, есть бумажка? Ну-ка. Нет бумажки, ладно. Буду на память. Смерть? Да. Хорошо. Прямо налево. Па-па-па-пам. Прямо. Прямо. Право. Сюда. Сюда. Смерть? Да. Значит, налево. Хорошо. Отлично. Так, лево, прямо. А, я уже забыл. Прямо. Прямо, право. Прямо, прямо. На, подожди, да, налево. Налево. Налево дважды. Так. Камень, камень. Вот сюда. Смерть. А. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Подожди. Пять. Еще раз давай. Смерть? Нет. Нет. Отлично. Отлично. Блин, гений, мать твою. А теперь бы вспомнить еще. Блин, а. Господи, как гает это все, а? Так, отсюда, отлично. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два. Смерть? Нет. Смерть? Нет. Так, 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 так. Я... Смерть? Да. Давайте... Я не знаю даже. Тихо. Чуть не наступил. Так, так. Блин, вот туда бы как-нибудь пройти там. Тихо ты. Раз, два, три. Здесь нет. Значит, прямо. Так, идем прямо. Раз, два, три. Отлично. Раз. Два. Ага, влево. Отлично, хорошо. Мы уже почти добрались. Это прям замечательно. Прямо. Поворот влево. А, чего? Погоди, чего? В смысле, а как там тогда? Не понял, вот сейчас прикол вообще. Если только отсюда как-то туда наступать, ну-ка. Нет. Я думал, может, поочередная последовательность, типа. Так, ладно, если по сторонам просто сразу же тут пойти. Смерть. Смерть. Тупо смерть. Отлично. Так, раз,
3. Угу. Так, стоп, нет. Все, я нахрен сбил. Раз, два, три. Так, на первом крестике. Сюда идем. Блин, может как-то тут показано. Крестик. Подожди, вот эта херня. Так, крестик. Этот квадрат. Идет потом это. А, то есть они все тут. Вот такой вот, да, идет. Угу. Блин. Блин, а? Нет ничего, да? Тихо, не бегай. Раз, два. Сейчас тут идешь налево, и все. Типа, чего? Ступишь туда, умрешь. Ступишь сюда, умрешь. Все правильно. Тут все правильно. Тут я могу ходить только по этим. То есть я могу ходить только по тем, кто, которые правильно расположены. Тогда это вообще неправильный путь, тут не пройти. Ну-ка. Попробую. То есть, по идее, вот это расположено правильно. Это расположено правильно. Так, вот это расположено правильно. Хобот. Так, а тут некуда. Так, по рыбе. По рыбе до хобота. Так. Ага, змея. Змея, 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 змея. Так, ну давай сходим сюда, тогда посмотрим, что тут. Тут тоже ничего нету. Угу. Так, змея. Тут у нас идет хобот. Хобот, хобот. Вот. Получается, вот тут сворачивать нужно было. Так, тут у меня рыба. Тут вот это. Так, так. Тут восьмерка. Крестик, крестик. Отлично. Наконец-то. А что было? Крыса. Окей. Так. Сколько на часах было время? Сколько на часах было время?
Блин. Ну, давай, допустим, вот это. Вот оно шо. Так, а мне надо вон туда, да, к красному дракону. Там он тоже рычаг есть. Так и тут рычаг, скорее всего, есть, да? Подожди. Что такое? Не совсем понимаю. Ох, чисто мне сейчас жопа будет, да? Ага. Так. Где это открылось? Получается, мне сейчас нужно... Куда на... А у меня тут нет такой. А как туда попасть? Это у меня нет такой. Угу. Ну давай попробуем вот сюда вот. Не знаю, хрен знает. Чего? В смысле? Как он это делает вообще, мать вашу? Вторая открылась. Так. Третья. Что там нарисовано? Внизу сидящий, протягивающий руку. Где он? Ты? Вот, да, ты. Получается, у меня... так, подожди. Я нажал это плюс это. Ага. Это. Так. Блин. Получается. Вот это, получается, надо нажать. Нет. Нет. Нет, мне нужно в эту. Так, стой. Так, стой, куда? Где проход? В скалу. Угу, логично. Мне нужен проход вот сюда. Неправильно. Угу. Ты? Если бы... Получается, стой, мне надо вверх. Есть чистый верх? Вот, есть. Вверх и правый угол. Угу. И правый угол. Правый угол, правый угол. Блин, есть правый угол, но он не тот. Правый угол. Там, может... Чтобы остался только правый угол. Нет, это тогда займет его. Вот это. Ну, тогда это тоже займет. Блин, короче, хрен бы с ним. Я не знаю, типа, может, надо доделать наоборот эту мозаику. Доделать. По высоте еще можно посмотреть, хрен его знает.
Тан-тан-тан. Так. Раз. Левый угол появился, правый есть. Левый угол и правый. Есть вот это. А если сделать, например, вот так? Допустим, просто, не знаю. Просто если так подумать. Это повернулось. Вот этот и вот этот. И вот этот. Неправильно. Окей. Тогда идем открывать все. Я уже хрен знает. Да-да-да-я-да-я. Угу. Что ж так сложно-то? Так, это сама дверь. Мне нужно вон туда. А если я нажму вот сюда, он не дойдет, правильно? Переехал. Не-не-не, какой пропустить, не. Ну вот, ну нажми, ну перепрыгни, ну перепрыгни. Гаденыш. Ну-ка. Гениально. Просто. Так, давай, крути. Сейчас он типа не достал, ну да, ну да. А это получается в обратную сторону, правильно? Угу. Пробуем вот так. Много. Значит, на четверть надо отбавить. А все равно он будет мимо, да? Угу. Ну, конечно, да. Так. Хорошо. Допустим, ровно половина. Плюс 1/4.
Минус вот это. И поворот, да? Сколько тут? Не, ну это сильно будет. Давай вот это. Все равно проедет тот. Так, если я сейчас вот это вот сделаю, он не доедет, да, тупо-напросто. Ага. Идеально. Ну и отлично. Так, это получается 1/4. Главное, чтобы в ту сторону. Стой. Отлично. Вот сейчас узнаем тайну пирамиды. Сохранение. Подожди, куда ты пополз? Типа наружу? А, там наверх этаж. Окей. Пойдем тогда вниз сходим. Посмотрим, что там. То есть тут ничего вообще нет, да? Ладно. Если есть лишь один выход, значит наверх поползли. Чушь нет-то. Вообще ничего не боится. Так, выход. Просто беги. Чего тут все так опасно? Охренеть. Но, блин, а чё, какая тайна-то в храме? Типа, ну, прошел я весь храм, и чё? В чём прикол? Я думал, будет рассказ, типа, как они там ходили, чё они там делали. А-а-а, то есть это ещё на уровне выше, ага. Опять, господи, мать ваша. Чего? Вот-то. Блин, опасно. Так, ну вот тут вот есть проход. Холмс. Спокойно. Проход. Так, докуда там проход? Тут вроде есть проход. Ага, тут уже прохода нету. Подожди, но и тут прохода же. Но и тут же прохода нет, не? Что за хрень?
Чё, на добром слове держится? Серьезно? Ёп! Беги! Беги, просто беги! Просто беги! Беги, беги, мать твою, пожалуйста. Просто беги. В смысле? А, господи. Он еще, блин, пот там стоит, вытирает. Охренел, блин, что ли? Я тут чуть не усрался, блин. Вот, вот, проход, вот, проход, 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 тихо, проход, проход, мать твою, проход, 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 мать твою, за ногу, ну да, 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 да. Угу. А теперь один вопрос, где тогда тут проход? Да-да-да-да-да-я-да-я. Так, стой. Ага. Так. Чего? Стой. Раз. Серьезно? Так. Вот она. Не тут, вот он. В смысле? О, я запутался так, назад. Где? Где, 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 где? Поворот. Вот. Так, значит, надо повернуть влево. Поворот влево. Угу. Конечно. Да тихо. Так, то есть тут где-то есть поворот, отлично. Блин, идем до сюда. Потом поворот влево. Двигаться можно? Спасибо. Тут тупик, да?
падай. Не надо. Наконец-то. Охренеть, блин. Не, нахрен по таким храмам лазить. Так, стой. Вот пополз там опять. Еще один новый уровень. Тут у нас что? Просто светлячки и все. Окей. Ладно. Так, поползли. То есть там, вон, видите, злая маска. Добрая маска, добрая. Кейт. Тут злая маска. Добрая, добрая, добрая. Добрая, добрая. Добрая. Добрая, добрая. Блин, злую не увидел. Да злая, я обошел, блин. Мать твою за ногу. Чтоб тебя за пол километра откинуло. Гад ты этакий. Злая. Забыл уже про нее, блин. Добра. 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 Злая. Блин. Что ты? Злая. И куда вот мне бежать? Где добрая? Вот добрая. 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 Отлично. Найс. Изи. Как два пальца об асфальт. Сколько еще эту пирамиду, блин, проходить? Никак он не угомонится. Не угомонится. Все, нахрен, начинаю заговариваться. Финалочка.
пропустить. Угу, опять понятно. А тут просто на скорости там. Испугали. Наконец-то. Так. И что ты мне интересненького расскажешь? Сокровище Такунумана. Так, статуэтка золота, видел, ну. Что вот это такое? Календарь, он был здесь, значит, Захарий, и сэр Чарльз и Марли знали об этом с самого начала. Так. А вот это вот что такое? Три точки, четыре точки. Чё? Нет, не ручки. Может быть, способ добраться. Да нахрена тебе золото? Все, выбирайте все нахрен. Так. То есть надо вспоминать, что было в начале. Что он там писал? Блин, я не помню эти знаки. Твою мать. Я помню, вот это вроде было. Не было это. Так куда? Тихо. Не надо пропускать ничего. Mm-hmm. Так, справимся. А, слушай. Да подожди ты. Какой календарь? Дай его осмотреть. Блин, на нем же написаны все эти знаки. Вот это было. Ну да. То есть ты мне предлагаешь серьезно сейчас смотреть, как все это было? Пум-пум-пум. Блин, ну вот этого не было, да? Ну да. Так же, как и мои руки. Угу. Значит, получается первое вот это. Блин, может просто по точкам типа смотреть? Раз, два. Подожди, две точки. Вот это. Просто теория. Так. Три. Подожди, где три? Три. Так. Четыре точки. Так, сначала была точка, получается, сначала нужна, ага, две полосы, так, получается, дальше вот это идет, потом полоска с точкой, да, так, да, полоска с одной точкой, получается, потом вот это. Так, полоска с двумя точками. Подожди, а где? А, вот. Вон полоска с двумя точками. Так. Полоска с тремя точками.
полоска с четырьмя точками и две полоски. Получается, вот так должно быть. Все, вот они зашли как раз. Ага, он увидел, этот смотрит. Не лезь, как раз руку ему оторвет. А этот спер статую. Ага. Эти втроем сбежали, а он руку как раз потерял. Вот же уроды, а. А вот теперь погнали их сажать, всех этих уродов. Так, бегущая статуя. Сэр Чарльз не видел бегущую статую. Он либо лжет, либо бегущая фигура был кем-то другим. Это вранье. Автоном статуи Такунумана в клубе... не автоном, возможно. С настолько точным двигательным механизмом. Вот. Возможность. Ага. Подожди. Не знал, да? Стоп. Показания, ложь Альбейта. Правда Альбейта. Правда, он не лжет. Другие коллекции. А-а, долги клуба. Избранный. Страх. Так. Человек, убивший Захария, был весьма силен физически, чтобы сделать этот мощный, точный бросок. Сэр Чарльз виновен. Виновен, да. Так, только подожди. Это еще не конец. Вот оно, оно. Не ищет мести. Альбейт верит, что был наказан проклятием. Он больше не ищет мести. Альбейт... винить в своей судьбе членов экспедиции, он жаждет возмездия и мог решить довести проклятие до конца. А как он доведет? Типа, чё? Да нет. Прекратите, не. Херня. Ну-ка, подожди, хорошо. А если все-таки озлобленность? Тогда тут идет вот так. Долги клуба, другие коллекции. Это именно чтобы обвинить Альбейта. Альбейт использовал взрослого с маленьким ростом как убийца, чтобы заставить людей поверить, что это проклятие убило Захария Грейстока, а затем и остальных членов клуба. Ага. Они оба должны сесть в тюрьму. Не сможет убить кого-либо еще. Его низкорослый компаньон сыграл роль живого клинка. Их обоих стоит оставить на свободе. Нет, ни хрена. Так, озлобленность. А, не ищет мести. Угу. Бегущая статуя. А, сын невиновен. Страх избранный. Так. Да. Суеверий. Нет. Да.
Я думаю, это он, типа, во всем этом как раз виновен. Ну, не знаю, это чисто мой выбор. What's happened? Did someone else die? Did Tekku Numan strike again? No. Which you know very well. Because you are the killer arm of this so-called curse. Me? No, I'm not. I don't believe in any of that rubbish. I have no choice but to hand you over to the justice, Mr. Marley. И все? Чё? Подожди. Да. Другая версия. Если же все-таки сейчас посмотрим сейчас, если все-таки на какого? Другого повесить. Как его зовут-то, блин? Подожди, не ищет месяца. Нет, не то. Вот, озлобленность. Альбейт. Вот. Если все-таки это он. Тогда. Не автоматон. Бегущая статуя. Сомнительные показания. Не знал. Сын невиновен. Нет, подожди, сын невиновен. Мало подозреваемый. Не автоматон. Подожди, а что я тогда? Другие коллекции. Избранный страх. Вот. Если же это он. Сейчас посмотрим, сколько процентом. Mr. Albeard. Oh, you're here with your son. Yes, obviously. We have to talk with you, and it involves the police. I see. Gulliver, go across the road to Mrs. James. This is an adult conversation. Hold on just one second, please. A pygmy? As I suspected. Albeard brought him back from Brazil. You were both slaves there and you escaped together, am I correct? You are. We are companions through life to death. He's more like a brother to me. It's clear enough now. You and your accomplice are guilty to the murder of Zacharias Greystoke. They had to pay for what they did. If only I'd had the time to get all of them. But Gulliver only did what I told him. It's for the judge to decide that. But given the nature of judges, I doubt that he will be lenient towards a pygmy who kills an Englishman. Охренеть. Сейчас. Я сделаю этот же выбор, но я их оставлю на свободе. Я просто так хочу, вот и все. Mr. Albeard. Oh, you're here with your son. Yes, obviously. We have to talk with you, and it involves the police. I see. Gulliver, go across the road to Mrs. James. This is an adult conversation. Hold on just one second, please. A pygmy? As I suspected. Albeard brought him back from Brazil. You were both slaves there and you escaped together, am I correct? You are. We are companions through life to death. He's more like a brother to me. So he's the murderer? But he was merely obeying his master. Yes, I'm the one who planned the murder. I'm the one responsible. You wanted them to pay for what they did to you. True. Now I don't care what happens to me. I'll be dead soon. But Gulliver, you have to let him go. I wasn't planning to arrest you. Only that we might know the truth. Although I regret that Gulliver must leave England and return to his own country. Shame.
But thank you, Mr. Holmes. Я приму эту версию. Да? What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theater. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. If it's really what you want. It's the perfect solution, Mr. Holmes. Don't you agree? Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. Oh. I can't believe it. The great Sherlock Holmes standing in front of me. I'm sure that our two brains will. Brains. Давайте на этом сегодня закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нас с вами был Нелапс. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока-пока.